Всем привет, меня зовут Денис, и сейчас вам покажу игру Elite Dangerous. Это режим PvP, то есть сейчас я буду сражаться с разными другими кораблями. Игра вот довольно-таки, год где-то, не особо новая, так и по мне уже стреляют. Давайте маневрировать, скорости подадим больше. Просто-напросто будем как-нибудь маневрировать. Так, все, вроде бы нам не попадает. Давайте его найдем. Постараемся убить. Так, он на хвост мне сел. Сука, вот задрота играет, я офигею, я его даже не увидел. Ага. Просто накидываем себе вейпонов и просто дамажим ублюдка. Да блин, вы гоните что ли? Сука, давай. Где-то. Так. Главное не врезаться, накидываем систему. Щиты отключены, я сейчас взорвусь. Твою ж мать, дивизию. Блин, у них корабли крутые, у меня самый первый корабль, я только, игру скачал. Так, мне надо тогда поднадать систему немножко, это щиты, по-моему. И теперь надо найти врагов. Так, вроде никого не видно. Вон, вижу. Блин, у них жестко быстрые корабли. У меня просто самый первый, у них, наверное, там самые крутые. В игре, кстати, доната нету. Здесь игру нужно покупать. По-моему, только скины можно покупать и все. Ну, как в CSGO, в Dota и так далее. То есть тут только скины можно покупать. Так. Ладно, где враги? Кружится так. Жаль, тут нету какого-то вида третьего лица, было, мне кажется, немножко проще. Ну, хотя так хардкорнее и более реалистичнее. Так, где враги? Так, давайте скорости подкинем. Ух ты что. Вот это переключение стрелочек, оно как бы добавляет спеки, можно сказать. То есть вы накидываете или больше. Что вам больше? Ой-ой-ой. Куда лететь? Сука. О нет. Вот эти спеки, они поднадают, то есть, если вам надо очень быстро Так, я переключаюсь на оружие, то есть у меня оружие больше будет наносить урон. Давайте мы просто вот щиты сбиваем. Так, я думаю, сейчас он по нам жестко будет дамажить. Где он? Куда он делся? Куда он делся? И... Кто-то он исчез, мне кажется. Ну уже, ага. Привет. Оп, я врезался в него. У меня все искрит, я сейчас взорвусь. Кидаем щиты себе. Как вообще щиты, интересно, восстанавливают? Тут главное щиты. То есть тут хп нету. Ну, тут есть небольшой хп. Тут три раза вас попадешь, и все, и жопа. Но так нужны щиты. Ага. Чара. О. Ну уже, ёпта, ну... Блять, не чувствую. О, перегрев оружия. Вейпон. Твою мать. Скорость накидаем.
Нет. Твою ж дивизию слился. Ну, я думаю, на этом все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, я думаю. Вы поняли, что это за игра. Всем удачи, всем пока-пока.